называется, интертекст, типа, понял? Я когда работал, типа, в теле, типа, там можно было врубать, вот, типа, гороскоп посмотреть, там, типа, статьи научные, так, типа, да. Ну, да. То, что у нас через антенну получается, что это, понятно. Да. Ты хотя я не могу, это не будешь? Ну, потом, может, другой просто не будешь. Ну, короче, ты не будешь, да, другого подбираться. Вот, такие! Ломай! Пробовал смотреть. У меня на огромном телевизоре так вообще четко понять. Потому что ждемай, да? Давай, один рот, типа, лево! Я понял, хорошо. Они в менюшке типа есть, да? Ну, просто. Типа, сколько у тебя тут в менюшке всего там? 32? Давай. А, ну, тут просто тебя не ловит. Я просто имел в виду, что... Я думал, что у тебя прошивки даже. Юра, ты опять? Не бережешь себя. Ну, чудики, да, чисто, блядь, такое, как будто на резну, я бы такое рисовал, блядь. Я не понял, почему я вообще стрелял. Нормально. Долгая середина, блядь.
А, ну вот еще туда. Я же вот эта середина у нас. Телевизор дорогой, это надо я узнал, все перестали покупать смарт-ТВ, понял? Типа приставка. И за него типа шмиты спортклада надо больше использовать. Только так. А если со своей, понял, со своей приставкой, то я сказали, мол, типа, типа, короче, нельзя так, понял. Нельзя. Короче, там просто прикол в том, что надо будет доплачивать. Ты знаешь, что мы подписали все вместе. Как я плачу за интернет 130, а так и с телевидением надо было платить. А с телевидением и за телефон бать платить. Вышло там по 230. Ну, надо 100 рублей в месяц, а потом выйдет, как лучше купить за Т2 и с одного кабеля на крыше сейчас. Я понял, что там здесь. Я взял. Жрать? Да ебать, я батю на дубленку продаю, понял. Ему тебе предлагал 500, он сказал, блин. Я за нее какие-то сообщения, да, с ним ничего не понял. Хуйня. Именно человек приключения. А что там за фотка? Ты машину толкала, да? Где нашла? Да, посмотри, посмотри, они как ходят. Юра, шире, шире, Юра. Я в шоу. Посмотри, легкие широки лево! Где сделан, я высадил. Капец, я в шоке. Ты начал приключения, что я говорю. Это вы сильные вообще, я в шоке. Вот это Волга, да, блядь, поёбывает. Капец.
Это, блядь, старая машина, ты хочешь. Нормально, успеваем. Что ты, душ пойдешь, да? Пасать. Будешь прическу крутить. Ты же голова мокрая, да? Можешь эти, если мокрая, можешь. Да, видела, да? Прикольно. Да, не, оно не ночью, когда ложится утром, просыпается, нет, такие кубри большие. Объемные, четкие. Ты слышишь, Настюш? Да, я думал, блин. Это не смысл, что там мази, что я тебе давал. Серьезно. Я думаю, чем бы мог тебе намазать на нога болит, пиздец. Да, ну когда еще сидел, у меня что-то по или лед, или йода, блядь, полностью. Или йода просто намазать, блядь, полностью. Там, да. Я понял, ну будет все набираться. Погода такая, пацаны, аккуратно.
все, на дальнюю один. Один на дальнюю. Право. Право. Один или два? Право. Один или два? Право. Все, плотно. Ноги вместе, плотно. Егор! Егор! Ты не на потоке работаешь. Хорош. Контакт, все. Ищи водящий. Оттуда. Ищи водящий. Хорошо. Вот, смотри. Я велю твой, Марк. Ты просто не бей. Ладь, возьми пять. Пусть идет сам. Ну, нормально. Так, пусть не бей, Динар. Пусть идет сам. Егор, ты не на ходу на работу? Алтурщик! Вот, сразу дай! Дай ищи! Так, нам эту команду заполнили. Игроками пестро! Какое время? Давай, Олег, давай, 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 дав
Хорошо, Яков! Яков!
Еще шире. Уходи, Юра! Уйди, Юра! Уйди, игрока! Я здесь, вот!